Всем привет, друзья! Кубок России, групповой этап «Балтика» против «Зенита». «Балтика» принимает «Зенит». И хочу отметить то, что «Балтика» начала довольно-таки активно, и подопечные Игнашевича даже и не думали отсиживаться в защите. Правда, первый опасный момент был у «Зенита» на 10-й минуте, но вратарь «Балтики» в отверженном сейве спас свои ворота. Но счет матча открывает хозяева. На 43-й минуте после подачи углового счет матча становится 1-0. В пользу Балтики. Гол забил Энрикес. 1-0. Перерыв. Во втором тайме многие, наверное, подумали, то, что Балтика сядет в защиту, но только не Игнашевич. Игнашевич наверняка дал своим указания ребятам идти вперед, и Балтика шла только вперед, и уже в самом начале второго тайма «Зенит» спасает и перекладина, и голкипер «Зенита» вступает в дело. Балтика показывает вообще отличный футбол. Балтика идет в прессинг. Балтика подала угловых больше, чем «Зенит». «Балтика» ударов в створ сделала больше, чем «Зенит». Вообще, молодцы подопечные Игнашевича. Счет по игре